Парламентское большинство Армении, блок «Мой шаг», в среду 24 марта проголосует за отмену военного положения в стране, введенного в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. «Думаю, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения», — отметил он.